Всем доброго вечера, дорогие мои, доброго вечера. Вот перед вами мои заготовка. А это тертая морковь, тертая картошка и тертая морковь. Ну, как вы уже догадались, из тертой картошки можно делать драники. Вот. А что делает здесь тертая морковь? Тертой моркови тоже можно делать также драники, но желательно с добавлением немного картофеля сюда. Вот тоже, чтобы они были картофельно-морковные и чистые дела. Я люблю экспериментировать, вы понимаете. Вот, теперь берем вот так вот, чуть-чуть соли, вот так вот. Я на глаз всегда беру, чтобы не перебарщивать. Вот это много не надо соли. У меня глаз наметанный, я уже вам говорил. Вот, и сюда столько же соли. После этого, каждую чашку я опускаю по одному вот так яйцу. Вот так, раз, одно яйцо. Где второе? А, второе вот тут, вот в этом. Раз, и сюда, вот он. Каждый получил по яйцу, вот так вот. Теперь вот так вот мука, вот он. Тоже надо очень быть осторожным. Я взял одну стакан муки. Вот. Я думаю, что этого хватит. Вот. Морковь дешевенькая. 7 лир стоит здесь. Вот. Вот. Картофель, ну, где-то в пределах 10-11 лир килограмм. А морковь 7 лир. Вот так я смешиваю все это, дорогие мои. Вот, и готовлюсь к выпечке, к жарке драников. Вот, жарить можно не только, как говорится, кое-что, но и можно жарить и чебуреки, как говорят, драники, вот, блины. В общем, тратьте свои силы, короче, на благое дело, на всякую херню не надо. Вот. И отрывайтесь от своих компьютеров, от ноутбуков. Вот. Особенно женщины это касается, да и мужиков тоже. И займитесь чем-нибудь. И полезная пища продлит вот, наше жалкое существование еще несколько времени. Вот. И будет хороший кайф, короче. И будете оттопыриваться. Вот. Вот такие вот дела.